Мур, привет, друг, это Зверько. Прежде чем мы перейдем к обновлению, хочу ответить на один комментарий к прошлому видео. Один, видимо, очень молодой человек пишет: Зверько, ты не прав, чем больше боев, тем ближе процент побед к 50%. Так вот, ребятки, допустим, вы провели 100 боев и победили в 50. Получается, ваш процент побед 50%. Потом вы провели еще 100 боев на этом же героя. Но вы посмотрели гайд, разобрались со сборкой и победили в 75 боях. Итого у вас на 200 боев побед 125. Это винрейт 62,5%. Значит, процент побед вырос. Вывод: стоит сначала закончить 4 класс и выучить примитивную математику, прежде чем писать «Зверько, ты не прав». А процент побед постепенно идет к уровню вашего навыка. Сегодня в обзоре разберем две обновы 1.7.26 и 1.7.29, которая отменила несколько изменений 26-й. Но ничего, вы не запутайтесь, я все скомпилировал в один выпуск. Погнали! Начнем с реворка на Ханаби. Пассивка. Теперь сама пассивка позволяет базовым атакам и навыкам отскакивать от врагов до 4 раз. Конечно, с каждым отскоком урон уменьшается. Наконец-то не нужно прожимать первый навык для активации отскоков. Убрали бонусы вампиризм и щит с пассивки. Первый навык теперь дает щит на 3 секунды. Щит по-прежнему защищает от эффектов контроля. Если щит сломают, Ханаби получает небольшое ускорение для бега. Чисто навык защиты. Второй навык. По-прежнему бросок куная. С помощью пассивки он тоже отскакивает и по-прежнему замедляет врагов. Но убрали вампиризм маны. Зато, если цель одна, то урон серьезно возрастает. Похоже, засчитываются все отскоки в одну цель. Урона что-то слишком много, скорее всего понерфят. Хотя, как знать, навык разбивается об миньонов, и противник может спрятаться за ними. Ульта. Ускорили анимацию активации и увеличили урон. Цель, в которую попали ультой, немедленно обездвиживается и раскидывает ростки к другим врагам. Но если ты не попадаешь ультой по цели, то враги только получают урон и не будут обездвижены. Впрочем, у вторичных целей есть возможность выскочить из зоны активации так или иначе. На мой взгляд, это явное усиление Ханаби. Дальше. Точную дату разработчики не сообщают, но скоро можно будет получить скин на Гасена, который я называю «Железный человек». Приобрести, конечно, за алмазики. А чтобы сэкономить, алмазики лучше всего купить в Smile One. Официальный и самый надежный партнер Mobile Legends BankBank для покупки алмазов и игровой валюты в других играх. Smile One предлагает самые низкие цены, и вот как ими воспользоваться. Заходишь на сайт или приложение Smile One, вводишь номер своего игрового аккаунта, во вторую строку вводишь номер своего сервера, выбираешь сумму алмазов и оплачиваешь. Отмечу, на данный момент можно пополнить аккаунты, зарегистрированные в России, а оплата через Kiwi. Ссылка на сайт будет у меня в комментариях. Сохрани, чтобы не нарваться на мошенников. Продолжаем разбор обновления. Минотавр. Пассивка. Теперь очки ярости не будут уменьшаться со временем. Минотавр закалил свою ненависть и гнев. Первому навыку, как простому, так и усиленному, добавили эффект подбрасывания в воздух. Чтобы все это дело забалансить, разработчики уменьшили количество подбрасываний в ульте. Первые две атаки ульты только замедляют бег на 70%, а третья атака подбрасывает в воздух. И поскольку теперь ярость не падает, сократили количество получаемой ярости от применения базовой ульты. Эти изменения сделают игру на Минотавре более агрессивной, даже без заряженной ульты. А новичкам будет удобнее ориентироваться с запасом ярости. Адетта. Ульта. Вспышку решили встроить в ульту. Теперь, применив ульту, при ее повторном нажатии можно переместить ульту, не придется тратить вспышку. Притом, вспышка все еще работает. Итого два прыжка в ульте. Это изменение выглядит адекватнее прошлого реворка. Ив. Ульта. Уменьшили площадь. Теперь сложнее накрывать своим артиллерийским огнем огромную площадь. Взамен ускорили перезарядку. Было 65-55, будет 50-40 секунд. Вдобавок накинули урона в урон одного нажатия тапа в одну клетку. Первый навык тоже получил усиление урона, притом комплексно. Также увеличили урон в центре навыка. Было 145-295, будет 160-320. Если ты Ив Мейнер, то готовься привыкать к новому диапазону ульты. Мартис, который и так довольно мощный, получает еще один баф. Пассивка. Теперь Мартис получает дополнительную физическую атаку при достижении полных стаков от 10 до 150 очков силы. Второй навык. Теперь этот навык может проходить сквозь стены. Как же смыться теперь от этого монстра? Пассивка Мартиса — это же как мощный доп. Предмет, не занимающий инвентарь. И скорость атаки дает, и кучу урона. Хаябуса. Второй навык. Теперь тени будут существовать на одну секунду дольше.
ульта. Немного перебалансили урон. Был 130-150, будет 140 для всех уровней. Увеличили экстра урон по отмеченной цели. Теризла отмучился в нерфе, и его бафают. Второй навык уменьшили перезарядку. Было 9-7, будет 7-4,5 секунды. Вдобавок увеличили физатак бонус для первых двух ударов. Было 125, будет 180%. У Теризлы есть шанс на возврат популярности. Леоморда продолжают бафать, вытаскивая из пучины забытия. Пассивка. Теперь криты будут активироваться, когда у цели останется менее 50% хп. Ранее активировались, когда менее 35%. И это огромная разница. Кстати, так было, когда Леоморда только ввели игру. Теперь вновь можно покататься на лошадке с упоением рубя мечом. Круговые удары. Второй навык. Забалансили перезарядку. Было 14-9 секунд, будет всегда 10 секунд. Второй навык заряженный. Было 7,5-5 секунд, будет 6 секунд на всех уровнях. Ульта. Увеличили бонусную защиту. Было 40-80, будет 30-110. Это прям заявка на возвращение рыцаря в игру. Харит. Второй навык. Увеличили бонусный щит. Было 120%, будет 140% магической силы. А также увеличили бонус к урону улучшенной базовой атаки. Было 80, будет 100% магической силы. Заск. Первый навык. Ускорили перезарядку. Было 16-13, будет 11-8 секунд. Но взамен, если твое порождение убьют, не будет сокращаться КД навыка. Третий навык. Ускорили анимацию каста. Было 0.4, будет 0.2 секунды. И это хорошо, потому что сейчас Заск легко ловится на этой анимации в полсекунды. Также изменили разброс личинок, но уменьшили их урон. Теперь это скорее навык контроля, а не урона, как изначально и задумывалось. Хилос. Второй навык. Уменьшили количество стаков с 10 до 8. Это значит, что тебе потребуется меньше времени для набива максималки стаков. Также разрабы забалансили замедление скорости атаки врага. Аулус. Пассивка. Изменили накопление стаков. Ранее нужно было набивать их автоатакой. Теперь сойдет любой нанесенный урон по любой цели. Первый навык. Теперь можно активировать нажатием, а не удерживать его. Урон при отпускании кнопки, соответственно, удален. Второй навык. Серьезно увеличили скорость атаки. Было 140, будет 200%. И теперь вампиризм менее зависим от предметов атаки. Ульта. Новый эффект. Замедление в 90% на полсекунды. Кае. Я думал, разработчики забыли ввести ему короткий паралич, о котором рассказывал в прошлом обновлении. Извините меня за ошибку. Оказывается, словом паралич они в случае с Каей называют кратковременное замедление, которое не дает прерывания. Чтобы избежать путаницы, я буду называть это шоком. Шоковая терапия от Каи. Пассивка. Увеличили снижение урона от каждого стака шока с 4 до 8%. Уменьшили максимальное количество стаков с 6 до 4%. Длительность шока увеличили на 1 секунду. Первый навык. Уменьшили перезарядку. Было 8,6 секунд, будет 6,5-4,5 секунды. Увеличили исцеление. Было 50-100, будет 100-200. Но от вторичных целей ты получаешь 30% исцеления. Однако убрали эффект ускорения перезарядки от попадания по героям. Ульта. Убрали снижение магической защиты у жертвы, но увеличили показатели Каи. Прирост ХП увеличили на 20 единиц, прирост защиты на 4 единицы. Кармилла. Ульта. Увеличили базовый урон. Был 275-525, будет 450-750. Увеличили время обездвиживания с 0.2 до 0.4 секунды. Харли. Второй навык. Уменьшили перезарядку. Было 13-8, будет 8,5-6,5. Джонсон. Второй навык. Немного увеличили урон по лесным крипам с 50 до 60%. Разработчики заявляют, что хотят дать Джонсону больше вариативности. Видимо, хотят отправить автобота в лес душить крипов. Фредрин. Пассивка. Улучшили соотношение урона к кристальной энергии. Ранее конвертировалось. 85% будет 100%. Ульта. Удвоили исцеление от атаки ульты. Роджер тоже дождался апа. Первый навык в обеих формах. Увеличили физический бонус к урону со 120 до 150%. Ульта. Увеличили защиту в форме волка. Было 20-60, будет 25-70. Иксберг. Чтобы бедолаге облегчить жизнь на ранних этапах, ему дали немного здоровья и брони. Базовое ХП увеличено с 918 до 998, соотношение ХП к броне, короче, сам видишь на экране. Здоровье и соотношение увеличат его щит. Инь. Разрабы решили, что слишком сильно его нерфанули, и решили немного ослабить хватку за горло. Ульта. Увеличили защиту внутри октагона. Было 20-60, будет 50-80. Мелисса. Первый навык. Увеличили перезарядку. Было 8,5-7 секунд,
будет 10,5-7 секунд. Это немного затруднит старт Мелиссы. Бальмонт. Ульта. Уменьшили урон по противникам не героям. Было 1300-2500, будет 1000 ровно и 2000 ровно. Бальмонду слишком легко красть черепаху и лорда с такой-то ультой, поэтому разработчики решили это дело усложнить. Беатрис, разрабы решили тоже ослабить прошлый нерв и вернули часть урона в базовые атаки винтовки и гранатомета, а в ульту дробовика и пистолетов добавить урона. Джулиан, уменьшили урон второго и третьего заряженных навыков, но вернули вампиризм второму заряженному. Взамен увеличили урон обычных навыков, как второго, так и третьего. Акай. Ульта. Перезарядку замедлили. Было 55-47, будет 55 секунд для всех уровней. Немного увеличили урон. Был 180-420, будет 200-450. Алиса. Ульта. Снизили стоимость маны на старте. Меньше стоимость, дольше действие. Дольше действие, больше урона. И теперь крипы в лесу будут скидывать кровавые шары для ее пассивки. Флорин. Балансят прошлый перебаф. Уменьшили щит, получаемый союзником, с 50 до 25%. Бардс, ульта, теперь исцеляет больше на 10%, а пассивка получает больше стаков при воскрешении на максимальном уровне. Было 5-15, будет 5-25. Зачем? Чтобы эффективнее оборонять базу в критической ситуации. Валентина, пассивка, уменьшили вампиризм, было 32-60, будет 30%. Взамен отменили прошлый нерв второго навыка, вернув его к официальному серверу. Белерик, второй навык, снизили потребление маны. Было 90-150, будет 60-110. Джой, которую скоро ждем на основном сервере. Разработчики поправили навыки, чтобы она хоть как-то прощала ошибки. Первый навык увеличили продолжительность навыка до 2 секунд и добавили замедление противника в 30% на 1 секунду. Второй навык теперь имеет более быстрое КД. Было 8,6 секунд, будет 6,4 секунды, но немного снизили урона на старте. Так, если коротко, второму навыку добавили запасное время, если ты не попал в ритм. Так что, если даже пропустил финальный аккорд, ты все еще можешь применить навык. Ульта. Уменьшили урон. Был 300-390, будет 250-320. Увеличили бонус к урону, если у тебя все хорошо с реакцией. Бонус за правильный ритм увеличили на 5%. Судя по странице события, она будет доступна 18 ноября на официальном сервере. Ты готов к этому, убийца? Итак, нас ждет серьезный передел меты. На этом все. Заглядывай на мой второй канал и побед тебе на полях ML. Пока-пока.